Меня зовут Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада. Все, чем я занимаюсь последние 15 лет, это бью людей. Я двукратный чемпион мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса по тайскому боксу, профессиональный боксер. И да, я считаю, что профессиональный бокс – это чисто мужская профессия. Первый раз я зашел в зал бокса, это в 96-м году осенью. После этого я приходил первый, уходил последний. В секции бокса прозанимался года два, потом еще занимался панкратионом, кикбоксингом. И первый у меня был бой профессиональный в 98-м году. Я вот вообще себя считаю, наверное, самым мускулинным боксером в мире, потому что таких толстых боксеров, как я, нет. Я сейчас вешу 150 килограмм. Вот это очень большое преимущество в боксе. Я вышел в ринг, меня не столкнуть. Вот я руки поднял, я голову держу, у меня живот, аэрбэк. А здесь я локтями прикрываюсь, голову прикрываю. Все, меня не пробить. Было очень много боев, по бои, победы. Я стал выходить на бой равнодушным, когда полная уверенность, что я вот точно выиграю, и был скомканный бой. Он был настолько плохой, некрасивый и долгий. Там можно было выйти и на первой минуте выиграть. Я изменил ситуацию. Я стал себя пугать. Да, вот он может меньше. А вдруг он вот так изловчится и ударит меня. Адреналин начал вырабатываться. Его перерабатываешь в ярость. А, он меня ударит. Да нет, я его первый ударю. Вот я и давай так дальше так боксировать. Поэтому, наверное, меня назвали.